Яркий интерьер и новое оборудование. Именно такими словами можно описать новый корпус. Сад ясли рассчитан на 110 воспитанников в возрасте от 1 года. Здесь будет медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, спортивные и музыкальные залы. Несмотря на то, что подрядчик в срок завершил свои работы, еще есть над чем трудиться. Сейчас еще наше оборудование, поэтому здесь еще много вопросов по дизайну, по оснащению, по посуде, по игрушкам. То есть это большой пласт работы. Здесь же, в микрорайоне Южный, рядом находится первый корпус детского сада «Дельфин» на 250 мест. Как отмечает заведующая Татьяна Щербакова, комплектование пройдет достаточно быстро. Мы достаточно быстро скомплектовали вот рядом стоящий детский сад. Он был построен в ноябре 2019 года. Ну, буквально за месяц, наверное, комплектование было завершено. Этот детский сад в два раза меньше, поэтому достаточно быстро. Посетил сад ясли и министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Мы уже говорили неоднократно про то, что, значит, мы участвуем во всех программах, которые у нас есть, но здесь садик достаточно уникальный, значит, детский сад ясли, который один из первых построен по принципу «под ключ». То есть мы, в принципе, и проектную документацию, и строительно-монтажные работы выполняли сразу в едином контракте. С каждым годом мы наращиваем не только качество, значит, строительства, значит, но и те материалы, которые на сегодняшний день есть. К сожалению, в последнее время тенденция идет к удорожанию строительных материалов в последний год, и нам приходится выкручиваться из этой ситуации. Но к чести наших подрядчиков можно сказать, что здесь мы не перешли на дешевые строительные материалы. Стоимость нового корпуса порядка 193 миллионов рублей. Открыть его планируют в следующем году. К этому времени педагогический сад будет укомплектован педагогическим составом.